19 декабря 2014 года. X-City. Время около 20 часов. А нет, 18:56. Зачки принесло, то люди приходят, а тут вот пару штук. Вот, не понял. Вот Виталий пришел, здесь живет недалеко, готов к транспортной услуге тут пообщаться вообще. Чувствуешь мышцы? Ну, да. Устали, да. Только дай выбрать. Так, кто пришел? Ты недалеко здесь живешь? Да, Виталий? Рядышком. Чем занимаешься? Ничем. Как? Чем может быть полезен? Машины и близким расположением логистики. Образование? Среднее. Просто среднее. Кем работал? Коммерция. Не в Якутии дело. В Якутии дело? Да, какое в Якутии? Какое дело? Да, да, да. Тоже есть знакомые. Да. А дело, торговый центр, вот это венец моего дела, занимался. И... В Якутии? Да. То есть предприниматель, бизнесмен? Бизнесмен. Твой торговый центр со средним образованием. А чем интересно в жизни заниматься? Интересно. Ну, к нам прибился, то есть интересно то, что мы делаем, как бы уже. Конечно. Угу. А смысл жизни в чем? Помощи. Помощи. Ну, хороший ответ. Добро. Ладно, пообщаемся. Добро. Можешь покрутить. Я ты пока присматриваешься? Когда. Сереж Качан, вот еще один желающий покрутить провод. Ну, присоединиться к святому. О, Рубену! Я стал сертифицированным! Мне доверили крутить по моменту! Ура, дорогие друзья! Молодец! Молодец! Ну, кстати, вот замечательно получается, очень интересно. Это на самом деле уникальные кадры, потом человечество будет смотреть. Рубен, у меня есть для тебя предложение. Ты вот искал, чем ты можешь быть мне интересен. Там ты говоришь, давай деньги собирать, или схему замутим, еще что-то. Я не говорил слово замутим. Мы ничего не замучиваем. Мы занимаемся исключительно... Ладно. Сегодня, ребят, в общем, суть в чем? Что я это много раз описывал, что прямой интернет-эфир, спутниковые телепередвижные станции и так далее. Вот то, что сейчас вот происходит, вот мы собираем движок. А ведь вокруг нас много же различных изделий, которые, ну, которые люди делают. И вот мы сейчас осваиваем разные профессии. Вот таких точек, допустим, 10, 15, 20 разных по стране. И в нашем процессе очень много рутины, и человеку сложно и скучно это смотреть. Но вот бывают такие моменты, когда готовили, 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 и начинается там сборка, начинается, ну, что-то такое. Основное. И когда у тебя таких площадок 10, 15, 20, ты модерируя, переходя с одной площадки на другую, ну, интерактивно. Создаешь рабочие места. Зритель, ну, это то, что создаешь рабочие места, само собой. Но зритель постоянно находится в эпицентре событий. Но это то, чего сейчас не хватает людям. Огромное количество людей уходит от телевизора. Уходят от телевизора. А что там по телевизору пошевеливают в мозг? Ну, это все понятно. В общем, создание таких вот площадок, да. А теперь вопрос. Ну-ка. Вопрос. Да. А чтобы создать площадку, что нужно? Так, стоп, минутку. Чтобы площадь... Еще 450 тысяч. Ты... Нет, 450 тысяч это не площадку создать. Это за месяц, это, только... это за месяц вложено. Купить их, купить... Не, какое оборудование? Это только купить комплектующие. Расходные части. И, блин, на уровне фандрайзинга, потому что здесь фандрайзинг. Что такое фандрайзинг, дорогие телезрители? Да, фандрайзинг да, это когда каждый человек своими умениями совершенно бесплатно может мотать такую штуку. Вот мы же это мотаем просто на уровне как бы... Ну, просто помощи, за интерес. Вот. Поэтому 450 тысяч это только на комплектующие. Но учти доброй воли, что вообще-то это вообще никого не допускают. То есть вы, то, что вы пришли и смотрите, это, как большая правило, честь. Оберегается. Это святая святых. Согласен. Святая избранная. Святых. Так, а теперь мы начнем. Сейчас будем мотать. Так вот, я за создавать такие штуки, но для этого площадки. Нужно... Что нужно? Ну, что нужно? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, скажите мне, что нужно. Нет, ты знаешь ответ, ты вот задаешь вопрос. Нужно доделать двигатель.
Неправильно. Неправильный подход. Нужна встреча с главнокомандующим, Рубенчик. А какая встреча с главнокомандующим? Только когда миллионы граждан проявят свою волю. Ты предлагаешь собрать подписи? О том, что вот опять ты собрать подписи. А вот я ничего не собираю. Как они проявят свою волю? Как волю? Писать в kremlin.ru. Писать kremlin.ru, конечно. Kremlin.ru, я даже не знаю, что сайт такой есть. Ну, я тебя вот информирую. Знаешь что, если ее начинаешь мотать чуть сюда, она начинает как бы так очень. Ничего страшного, смотреть, она как... сделай, и будет. Да. Вася, дай, пожалуйста, мастер-класс Рубену. Так, в случае, когда возникли вопросы, надо пригласить сертифицированного специалиста. Вася. Нет, Вася, иди сюда. Сейчас. Вась. То есть вот так, вот. Дачу наискосок. Дай я выброшу, дай я выброшу. Это ответственный момент, Вась, а ты... Мы... Да, вот это катушка 450 рублей. Я понимаю, хранись, это же термотёрка. Хранись. Да, хранись. С каждый сантиметр. А ты скажешь потом, Рубен запорол к одной. Ну давай, давай, что у нас сделать. Пространство было. Притык сюда? Руслан, нормально, не мешаю, все в порядке? Хорошо. Алло, Рус... Вадим, возьми три пальчиковые батарейки. Три А. Три А. Батарейки сейчас привезут. Почему это? Как батарейки. Как зовут? Я уже все, я взял. А, нашел? Они подошли с пульта. А, все, все. Да не, с пульта. Ну, на... возьми, возьми три. Нужно заместить. Пальчиковые батарейки. Не, они ну, пусть у тебя остаются, мы еще возьмем. Обязательно перевези батарейки. Ну, хотя пару привезли. Три А. Три А, да. Что? Единички, да. Вот, ну, жены, ну, правильно. Давай. Спасибо. Так, контроль, проверь работу, пожалуйста, ударник. Да, смотри, как это. Ударник. Ударник? Быстро отлично, отлично. Не совсем конченый, дорогие друзья. Рубен, ты можешь что-то руками делать? Не рефлексируйте, не рефлексируйте. А я предлагаю не кусать друг друга. Ты рефлексируешь, ты рефлексируешь, дружище. Нет, вы Меркова не видели. Тебя я еще ни разу животным не назвал. А Мерков тут не такое терпел. Слушайте, я так руководитель глобальной волны, чему он научит животные, как там еще было слово? Ну ты посмотришь видео, потом скажешь, животное или нет. Я добрый. Так, вот уже. О, как быстро жилы-то прибавляются. О, крутизна вообще. Да, вот, пошло дело. Пошло дело. Да, так 100 трубок собрать. Вези генератор.
генератор привезут утром, днем. Не, ну пока расцветет, там весь хлам выкинут. Мне... День это во сколько? А? Это день. А, это я с тобой должен буду согласовать. Без тебя-то куда? Когда у вас пройдет глубокая фаза сна, вы перейдете в поверхностную фазу сна. И будете готовы двигаться. Но основное все закуплено. Вась, вот, кстати, нужно обмотать. Трехцветный, да. Специально куплено. Вот эти обмотаем. И нужно, разработать, какое будет оформление. Вот ты опять начинаешь. А может дверь тут приклеить, кожу тут? Надо не болтать, а вот взять изоленту и... Пугайте, сейчас вот работаю. Так, специально для съемки на смартфон нам предоставляют, днем привозят генератор на 45 киловатт. На 40. 45. 40. На 40 киловатт. В готовности 100 киловаттник. Также есть нагрузочный стенд на 350 киловатт. Честно, надо сказать, что не факт, что мы сможем самозапитку запустить 22 декабря. Были взяты повышенные обязательства запустить двигатель 22 числа. К 22 или 22. Но мы уже готовы, чтобы и подключать и генераторы, и так далее. Вот шпионаж. Это же сам момент шпионажа. Но на самом деле это не шпионаж. Сейчас Рубен осваивает новую профессию. Намотчик электродвигателя. Кстати, профессия очень будет актуальна, если такие штуки будут по всему миру. Абсолютно. Должен кто-то мотать. Конечно. Чесальщик-мотальщик. Мотальщик чесальный цех. А здесь получается тоже заизолировано все? Да, конечно. В этом, да? Да. Со всех сторон. Слушай, все снято, все подробно, никаких секретов не скрывается. Вообще. Там сложность, уже месяц смотреть надо. Не, ну почему? Вчера Вову посмотрел 8 часов, за час мы посмотрели. Кто-кто? Ну вчера вечером посмотрел, вчера. А получается, смотри, получается, что вот эта катушка, да, вот? Вот катушка сама. То есть электромагнитное поле, оно вот сюда уходит, да, одним полюсом? Ну ты вообще лох. Вот катушка. Вот катушка. Вот вас надо. А, ну вот так идет, да? Да, и не выходит вот сюда. Так как мы подключаем двух точек, ага. Ее, она хочешь не хочешь разделяется на двух полюсах. Ага. Ну и кабана, в зависимости от этого. Ну то есть по сути это один здоровый магнит такой получается. И в нем это поле, оно вот так вот вращается. Да. Правильно? Поле бежит за якорем. Поле бежит за якорем. Мы только подали напряжение, якорь начал поворачиваться, и переключился, и продолжает сигнорять. Как ослик бежит за морковкой. Ага. И работает, хочет ее съесть. Ну вот, уважаемые дамы и господа, вот смотрите, вот это вот чудо современной электротехники, собранное, причем, кстати, вот я замечу, профессионально собранное, вот даже можно посмотреть, как вот здесь вот залудили этот и запаяли провод, он вообще целиковый получился. Это фигня, Ель, покажи провод такой. А Володя его увез. Я его забрал домой, да. Нормальной толщины. Вот, сейчас вот сам процесс идет на мод приготовки. Так. Да, сначала тратится много времени на первый, то есть испытывается, как, какой толщины, как загнать, портятся провода, там еще что-то, и это, ну, в брак. Как это бы. Понятно. Зато налаживается технологическая карта, и остальное ты уже набиваешь руку. То есть мы сегодня вот целый день проездили, например, да, но зато нашли генератор, там все запчасти купили, изоляционные вещи. И у нас остается время фактически там завтра, послезавтра и понедельник, полный день. А, кстати, вы знаете, что в понедельник наступает настоящий Новый год, это день солнцестояния, еще новолуние. Поэтому понедельник это солнцестояние, новолуние, начало нового.
Самый напряженный понедельник. Самый напряженный день у энергетика. Поэтому день энергетика. Ты понедельник должно получиться наконец-таки на планете уже такое массово освещенное мероприятие, как запуск вот этого замечательного двигателя. Но мы честно должны говорить, что мы не обещаем, мы не знаем, это эксперимент, это тайна, покрытая мраком, есть расчеты предположительно. Непонятно. Да, и как бы мы энтузиасты, которые решились проверить, так ли это или нет. Куда Володя прикрепил? А, ну это со всех сторон. Так, ладно, все. Вова, правильно, на сети реклама должна быть все занимать место. Хорошо, а у тебя что-то с Рыбниковым там какие-то интересные совпадают где-то? Держи. Как? Снимаешь с Рыбниковым. Слушай, у Рыбникова появился этот тимуровец, поэтому адепт. Не, просто он что-то на Рыбникова говорил, что ты где-то подчищаешь записи, вырезаешь, короче, он говорил. Нет, не вычищаю, а когда он выступал, кто-то кашлял, или я кашлял, и Рыбников посчитал, что я начал подкашливать в моменты, когда он произносил сугубо очень важную вещь какую-то, и заподозрил меня в диверсии. Ну ладно, это ничего страшного. А как так получилось, что вот здесь вот целиковая штука, то что вот здесь вот есть они, а здесь их нет? Залудили, зашлифовали просто. А, нет, ты не понял. Нижние концы залуженные, а верхние мы специально сделали. А, чтобы понять, какой конец, откуда или как? Ну, поскольку провода разные, все гуляет, а нам надо идеально как бы постараться сделать. Поэтому мы их обслуживать будем уже здесь на месте. А может быть, клемники надевать. Хватит нам куда-то и это туда закомутить все, что угодно. Подрегулировать, да? Кремник. Ну ладно. А три витка это специально так технологично сделано или так получилось просто? Нет, это обсуждалось, может быть одним витком можно сделать. Угу. На будущее можно, вот сегодня обсуждали, вообще медную ламель туда загонять и клеммники сажать сюда и все. Так, подождите, а медная ламель, она же не, здесь же вот специально есть вот эти вот 62 провода? Нет. Ну, в общем, не грузить. Слушайте информацию, ловите, потом переслушайте здесь. Хорошо. Я с вами делюсь сокровенным. Сокровенным. Просто конечно. Вот мне говорил кто-то, что специально сделано тонких проводов несколько, чтобы что-то там было. Ну тогда иди туда. А кто? Вот ты же мне, по-моему, говорил. Да. Медную ламель можно сюда засунуть? А в один виток? Можно. Вот. А это должно быть все равно много проводочков? Еще меньше напряжения будет. Одна большая медная ламель. Одна большая медная. Шина, медная шина. Сюда засунем медную. Тогда будет еще меньше напряжения. И еще проще. Это удешевляет и упрощает. Оборотов будет медленнее. Источник питания будет грузиться. Вам похож больше уже тогда сварочный аппарат тоже. Большие токи, низкое напряжение. Вот большие токи. А с аккумуляторными батареями, например, если вот. Можно, да? Как раз они там тоже, у них низкое напряжение. И большие токи, да, могут быть? Ограничены. Все будет прекрасно. В чем уверен Качан? В чем Качан? Капуста. В чем Качан? Его фамилия Качан. Понять не могу. Все. Все. Это изолятор. Или Ярослав Лыжко, который сейчас можно поснять. От начала цеха ты идешь, а я на крупном плане за твоей спиной. И как ты сюда подходишь? Ну а зачем? Можно, конечно. Ну давай, давай. Говори, что надо делать, то и сделаем. Что ты видел на моих съемках такой, да? Проход когда идет. Откуда пройти надо? От самого начала и до них. От начала оттуда? Да, да, да. Может быть, это начало ролика. Можно обратно? Да. Вот эта камера сколько стоит? Вот эта камера сколько стоит? Завод это, целиком, примерно. Где-то на 10 тысяч долларов есть. 10 тысяч долларов? Ну, это 2 года назад, когда доллар 30. Камера или стедикам? Нет, стедикам 3 тысячи долларов. Вопрос камеры, все остальное. То есть все вместе 10 тысяч долларов? Ну, где-то, да. Ну, все. Я там еще могу. 10 тысяч долларов, да? Ну, стедик 3 тысячи долларов. Машину носят на себе. Прямо из дверей или не надо из дверей? Я могу отсюда начать спускаться. Ты меня отсюда как бы ловишь и пошли. Давай сначала вот здесь встань и откройся.
Да, да, да. Пора? Ну да. Все, поехали. Мы проходим, дорогие друзья. Нас сопровождает летучая камера. Мы видим тот самый станок 4-вальцовый турбогиб. На этих столах мы работали, защищали провода. Здесь мы вытачивали валы. И мы проходим сразу непосредственно в сборочный цех двигателя Лиманского. Мы видим добровольцы. И слева, и справа работают. Смотрите, уже конвейерная намотка. Конвейерная намотка. Там мотают эту, и сразу следом за ней мотают эту. Мы не только еще умеем работать руками, но еще и чуть-чуть додумали технологию. Ну вот каждый приходит и довносит что-то свое. Это и есть принцип кооперации и артели. Но главное, чтобы внутри все было на принципах ахроматизма. Это искренность, открытость, доверие. Вот вижу по брови Рубена, что он даже и не слышал такого термина. Ахроматизм. В Советском Союзе были проведены эксперименты, и коллектив 7-10 человек по эффективности превосходил многотысячные коллективы научно-исследовательских институтов. Поэтому здесь в глобальной волне реализуется именно данный принцип. Да, молодец. Ну и, конечно же, все это идет в прямом интернет-эфире, дорогие друзья, чтобы в любую минуту... Вась, куда ты повернул камеру? Все это находится в прямом интернет-эфире, чтобы в любую минуту патриотически настроенные офицеры могли подойти к главнокомандующему и сказать: Владимир Владимирович, загляните. А говорит: что, глобальная волна? Да в курсе, уже давным-давно писали. Именно единой политики Владимира Владимировича и стала возможна сборка этого устройства. Сейчас привезут новую камеру. Вадим проверит камеру. Нормально. Еще штук 30. Ну не 30, уже поменьше. Рубен, ты лично сколько сделал? Вторая. Молодец, правильно. Конечно, естественно. Потому что завтра привезут генератор, и завтра надо будет уже заниматься генератором. Мы находимся в том самом моменте, когда именно от наших с вами действий зависит результативность, когда это произойдет. То есть не надо даже никого ждать. Только мы сами влияем на конечный результат. Кстати, уже очень легко и руку набивает. Поэтому есть не только намотчик электрических катушек, но также и обмотчик проводов для электрических катушек. Все верно. Там все верно. По низу не надо, чтобы возилось. А, держать надо. Удобно ли такую намотку? Да, все отлично. Все хорошо? То есть технологическая карта выбрана верно? Сколько перепортили? Сколько перепортили? Ну ладно, столько снято. Пришли новые значки. Ну я что-то лох тяну, подожди, но он все равно утягивается назад. Приплати, да, когда он идет. Одна рука может.
Нельзя, чтобы на полу лежала. Вот эта вот штука такая. Ты вот можешь тому. Виталий, вот, подержи. Вот, отлично. Отлично. Задействован. Смотрите, какая автоматизация. Уже задействованы две руки. Где человек держит направо и налево. То есть, когда то густо, то пусто. Но чтобы задействовать сразу всех и не терять времени. Здесь что-то, Саш, три руки еще маленько. Надо вот здесь бы обмотать еще, подожди, вот здесь, вот смотри, видишь, какие-то пробелы. Давай, обмотай быренько. О, Рубен сдает экзамен на контролера. Вот такая. Молодец. Молодец, Рубенчик, молодец. Все от мелочей зависит. Вот вижу, дорогие друзья, что все-таки не тяп-ляп. Может быть, это, конечно, внимательность и постановочная, но, тем не менее, не пропустил брачок, не пропустил. Проверили Рубена. Да, была проверка Рубена. Вот видите, тут, да. Знаешь, что у меня прыгнет такой? Так имя забыл. Александр. Александр. Александр осваивает профессию укладчика провода, упаковщика желоба. Слушай, ну прям искусство получается. Полосатый. А сюда мы текстолитовый как и, раз... И эпоксидку еще зальем. И эпоксидку зальем. Угу. Красота. Ну что, пили? Чтоб побольше оставлять. Ну, что, тут все совсем короткий. Не очень хорошо. Сильно влияет? Смена моторов полмиллиметра. Смена моторов полмиллиметра? Да. Делать надо все. Ну это получается, что вот это, ой, извини, вот это вот, наступи мне. Вот это получается, что вот эта часть, она должна быть верный. Идеально гладкой. Да, вообще просто, как стекло. Понятно. Так, ладно, пошел вот так дальше. Денис Студеникин пишет: лучше завтра посмотрю в нормальном качестве видео. А завтра не будет нормального качества видео. Не работает камера, дорогие друзья. Работает только прямая трансляция. Все. Кино закончилось. Тут Ярослав чуть-чуть слукавил. Будет еще видеокамера. Это монтированное видео. Монтированное. Это монтированное. А люди привыкли, что у меня еще камера параллельно стоит и все пять часов. Чувствую, камеры красить. А, нужен штатив. Штатива нет, штатив занят штатив под, под веб-камеру. Штатив есть у... Я понял, у меня, я вот уже за 2-3 камеры отвечаю. Да не надо пока, все нормально. Камера красная включается, когда Лиманский приезжает, а пока тут техпроцесс идет. Что тебя в высоком качестве снимать? Вот скажи, пожалуйста, это вот... Слушай, меня вообще не надо снимать. Да? Я не знаю, зачем ты меня постоянно снимаешь. Надо снимать техпроцесс, бля. Мы уже все сняли.
Сейчас отпилят это. Ну, ладно, вот, можешь снять, сейчас будет красиво. Когда будем резать, вот эти нижние, они сейчас туда вынут, да, и будут присматривать. Они видят, где? Где? Кто с ним беседует? За шкуре потом. Тебе куда поставить? Володь, можно, чтобы отсняли парня? Как ты отпиливаешь, Володь? Ну, вставай сюда, здесь будет тебе удобно. Короче, кадр такой, отсюда так я это с Рубенчиком, я забыл, как зовут Рубен. Как зовут человек, который с Русланом разговаривает? Это Саша, понятно. А Дима там? Дима за что отвечает? Дима у нас отвечает за продвижение в интернете. О, хорошо, продвижение в интернете. Да, давай. Давай. Давай поверю вот в эту в глобальную волну. Ну давай, я буду завершать сюжет. Давай. Попал? Да.